Господа российские военнослужащие, к вам обращается командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Мой позывной «Слип». Уже сутки, как наши парни заняли село Андреевка. Весь ваш личный состав либо бежал с поля боя, либо был уничтожен. Также были убиты два ваших командира батальона, а именно «Медведь» и «Шайтан». Мы знаем, что группа «Авангарда» находится сейчас в двух домах, и мы предлагаем вам сдаться по одной простой причине. Нам нужен обменный фонд. Ежели вы не изъявите такого желания, мы вас всех уничтожим. Желания, сноровки и всего остального для этого у нас более чем предостаточно. Если же вы сдадитесь, я как офицер обещаю, что вас оставят живых, накормят, напоят, не будут над вами издеваться, и вскоре вы попадете в обменный фонд. На раздумья мы даем вам 10 минут. У меня все. Надеюсь на ваше благоразумие.